Если друг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто. Ты исправь ошибку, превращая в улыбку все грустинки и слезы, это просто. Воскресенье, суббота, дружба – это не работа, дружба – это не работа. Есть друзья. Вот мы наконец-то собрались. Нас собралось в районе 15 машин, если я помню. Стоим на М2, так что присоединяйтесь. Всем привет! Питерские зайцы решили поучаствовать в 17-е московские зайцы. Один хрен выходных делал снег, а среду поединок. Друзья! Сегодня мы тут собрались ради благого дела. Это благое дело делаем совместно. Все мы, 33 тысячи человек с группы. А мы это представители. Все будет рок-н-ролл. Йо! У друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Если каждый друг по кругу другу протянет руку, то будет видно в иллюминатор. Дружба – это экватор. Если каждый друг планеты другу ромашкой помашет, то станет ясно, дружба – это планета ромашек. Воскресенье, суббота, дружба – это не работа, дружба – это не работа. Есть друзья, а для них... Вот мы приехали в Чеховский, в школу-интернаты «Аистенок». И вот вся наша банда московских ужасных в сборе, ну не только московских, и рязанские. No comments. Оператор отобрался. Если друг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто. Ты исправишь. Здравствуйте, дорогие господа, девочки, мальчики. Зовут Руслан, Наверняка многие слышали, да, про дальнобойщик? Про профессию такую. Многие пацаны, наверное, хотят стать, да? Мы сейчас тоже расскажем. Значит, смотрите, ребят, приехали к вам с такой целью. Немножко рассказать о себе, мы привезли вам подарки, привезли угощения. Вот. Что хотел сказать. Знаем, какое сейчас время неёмкое. Постараемся к вам часто заезжать. О, про работу вашу. Что вам сказать про работу? Работа сложная, сразу могу сказать, но интересная. Смотрите, она есть. Молодцы, и усатые, и с котями, и с вашей.
У нас был день, который мы запомнили на всю жизнь. Это был такой день, который мы хотели бы прожить снова и снова. Это чувство, которое не передать словами. Дружная команда, которая делала все правильно и слаженно. Дети. Дети – это просто супер. Даже больше скажу. Это такие маленькие генераторы, которые подарили нам счастье и заряд надолго. У нас были стихи и песни, рассказы о нашей работе и многое-многое другое. Чаепитие детям устроили, даже накормили шашлычком. Ребята поначалу нас остерегались, но поняв, что мы приехали к ним с добром, нас впустили к себе поближе. Это супер, это бомба, это еще многое-многое, что невозможно описать словами. Если вы смотрите это видео, то знайте одно, надо творить добро. Творите просто так, не только своим родным и близким, знакомым и друзьям, а всем, всем, кому нужна ваша помощь. И еще хочу сказать спасибо еще раз всем вам. И если дети видят это видео, то знаете, что мы не последний раз к вам приехали. Мы постараемся чаще к вам приезжать в гости. Даже просто так. Поговорить, поболтать, попить чайку. Знаете, вы не одни. Несмотря на то, что мы были первый раз у деток, мы вроде все сделали хорошо. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды. Воскресенье, суббота, дружба – это не работа, дружба – это не работа. Я хочу сказать спасибо. Спасибо вам всем. Спасибо тем, кто принимал участие в нашей поездке к детям. Спасибо тем, кто собирал вещи. Спасибо тем, кто был просто мысленно с нами. И самое главное, спасибо это вам, дети. Большие, маленькие, грустные, смешные. Всем вам огромное спасибо. Вы нас приняли к себе в гости, доверив нам. Я думаю, что мы вас не подвели, и вам было интересно с нами.